Всем привет, с вами дядя Володя Страшный и Ямасаки. И сейчас дядя Володя Страшный вам покажет наипервейший признак исправного мопеда. Вы думаете, у вас стоит на паузе? Нет? Просто я забыл открыть бензин. Первый признак исправного мопеда – это работа стоп-сигнала от лапки тормоза заднего. Смотрите. Верхнего. Всем спасибо, всем пока.